Всем привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог «Стельмах про авто». Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня у меня на тесте кроссовер с кофейным именем Opel Mokka. Но это не просто Opel Mokka, это Opel Mokka X. Буквой X Opel теперь будет называть все свои полноприводные модели. Opel Mokka внешне изменился не очень сильно. Помимо буквы X, он получил светодиодные фары с умными матричными светодиодами, такими же, как в Opel Astra. Получил новую решетку радиатора и пару новых цветов. Mokka X – кроссовер B-класса. Его длина по сравнению с обычным Mokka не изменилась. Она всего 4 метра 30 сантиметров. И это удобный размер для города. Но в Opel утверждают, что Mokka X хорош не только для передвижения по городу, у него еще и неплохие внедорожные качества. Mokka X предлагается в переднеприводной и в полноприводной версии. С полным приводом в обычных условиях в Mokka X работает только передняя ось. Но когда появляется плохое сцепление с поверхностью, в грязи, на мокрой траве, на снегу или льду, подключается задняя ось. На нее может перейти до 50% тяги. А еще, в отличие от многих паркетников, у Mokka X тяга может распределяться не только между осями, но и между колесами. По трассе Opel Mokka идет очень хорошо. Шумоизоляция прекрасная. Вот я сейчас еду на дизельном Opel Mokka X, и дизельного мотора не слышно. Вообще не слышно, при том, что скорость у нас больше 130 км в час. И нету аэродинамических шумов. Отличная шумоизоляция. Ночью прошел дождь, грязь возле виноградников раскисла. И мы сейчас на Mokka будем пытаться подняться на холм вдоль виноградника по грязи. Да, тяжело буксовать по грязи, особенно на шоссейной резинке. Вон как колеса прокручиваются. Все четыре крутятся. Но это шоссейная резина, которая быстро забивается грязью. И тут ничего не сделаешь. Надо левыми колесами травки немножко прихватить, и будет все хорошо. Пошел. Назад тоже не так просто. Вот сейчас хорошо будет видно, как работает система помощи спуска с холма. Вот, колеса сами притормаживаются. Вот, колеса сами притормаживаются. Спустить колесо может даже у самого крутого внедорожника. Мы ехали по камням и просто лизнули резину. Пришлось использоваться компрессором, который загоняет жидкий клей прямо в колесо и там его заклеивает, потому что колесо снять не удалось. Он есть в комплекте. Там, оказывается, не болты, а гайки в колесах. Вот они, ага. Которые еще прикрыты пластмассовыми крышечками. Гайки, которыми прикручиваются колеса, прикрыты еще такими пластмассовыми крышками. Вот так вот. Вы сами все видели. На серьезное бездорожье Mokka X спускать нельзя. Но и в первой луже он тоже не застрянет. А что еще нужно городскому жителю?
Вот я вывесил Opel Mokka X. Поставил в такое интересное положение. Сейчас мы проверим, как у него открываются двери и багажник. А ну-ка. Так, эта дверь открывается и закрывается отлично. Багажник. Эта дверь открывается и закрывается отлично. Багажник открывается и закрывается отлично. А ну-ка, закрывается? Да, закрывается. Теперь еще эти двери проверим, но я думаю, там тоже все в порядке. Жесткость кузова тут нормальная. Да, отличная жесткость кузова. Несмотря на то, что машина стоит в непривычной, прямо скажем, для нее позиции. Все отлично. Несмотря даже на то, что тут такое гиблое место. Вот тут даже поезд выехал из метро, да так и застрял на холме. Хорошо мы его покатали по грязи. Opel Mokka компактные размеры, 4300 примерно. Сейчас посмотрим, сколько у него места сзади за настроенным под меня водительским креслом. Вот я сажусь с ростом 185 сантиметров. У меня до спинки переднего кресла еще целая ширина ладони. А над головой целых две ширины ладони. Места сзади полно. Объем багажника у Mokka X 365 литров. Сейчас посмотрим, как выглядит прекрасный мотор, который стоит на Mokka X, на котором я ездил. Это дизель объемом 1,6 литра, мощностью 136 лошадиных сил. Отличный мотор. Да, ну а теперь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. В Opel Mokka X нету запаски в багажнике. Есть только вот нишка для нее. А есть вот такой вот ремкомплект. И если что-нибудь на бездорожье случится, особенно если будет боковой порез шины, то вы, конечно, не сможете его заделать этим ремкомплектом. Поэтому без полноценной запаски называть его полноценным внедорожником нельзя. В Mokka X обновили приборную панель. Здесь теперь вот белая подсветочка красивая есть. Навигационная система. Выглядит все очень хорошо. Спереди пластик мягкий, качественный, хороший. Вот грязь от наших внедорожных покатушек. А сзади пластик жесткий. Что для этого класса автомобилей нормально. Очень маленький перчаточный ящик Opel Mokka X. Среди конкурентов Mokka X – Suzuki Vitara, Renault Captur, Nissan Juke, Peugeot 2008, а также Mazda CX-3, Fiat 500X и Jeep Renegade. Opel Mokka X – настоящий городской универсальный кроссовер. Я проехал на Mokka X по нескольким венгерским городкам, по грязи в горах среди виноградников и разогнал его по трассе до скорости 190 км в час. Средний расход топлива при этом получился 6,5 литров на 100 км пути. Это с 1,6-литровым дизельным мотором мощностью 136 лошадиных сил. Совсем неплохой показатель. Есть еще бензиновые моторы мощностью 115, 140 и новый 1,4-литровый движок мощностью 152 лошадки. Все их делают в Венгрии на заводе в Сент-Готарде. Mokka X – динамичный городской кроссовер. А если вы не покоритель целины, то можете считать его даже внедорожником. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу на Радио Вести.